уведомление о штрафе ГИБДД пришло через несколько месяцев, вы все равно можете оплатить вдвое меньше. Внесены поправки в законодательство. Ранее, если человек нарушает правила дорожного движения, и ему приходит штраф в размере, к примеру, 500 рублей, то если оплачивается штраф в течение 20 дней с момента вынесения постановления, то к уплате подлежит половина суммы, то есть, соответственно, 250 рублей. И указанная норма постановлением Конституционного суда, она признана неконституционной в связи с тем, что отсутствует право на восстановление срока. Если вам пришло постановление после истечения 20 дней, вы можете восстановить этот срок и заплатить со скидкой. Для этого нужно обратиться в суд или в органы ГИБДД. При себе иметь копию постановления и подтверждающую оплату документов.